Здравствуй, мой дорогой зритель. На просторах интернета нашел идею для данной копилки и решил сделать свою версию. Поехали! Для выпиливания заготовок знакомый электрик сделал вот такой вот интересный прибор. Когда нить накаляется, она врезается в любой материал, как нож в масло. Thank you.
чтобы денежки впустую не валялись по углам. Я копилку небольшую презентую нынче вам. Пусть монетки в ней хранятся, будут очень дружно жить, а однажды пригодятся, чтоб покупку совершить.